Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Ходят слухи, что у вас имеется яд, который нельзя обнаружить никакими средствами. Я как раз собирался выпить чашечку кофе. Пойдемте, я вас угощу. Это здесь, рядом. Я живу в этом доме. Вы не передумали? Нет. Тогда пойдемте. Разработать яд это, как бы ни было это трудно, как бы это ни было сложно, все равно люди приходят, просят, дайте то, дайте это. А кому дашь, а кому-то нет. Не очень. Да потому что просто есть определенный принцип. Так кого вы хотите убить? И почему? Что? Кого и почему? Какая черту разница? Разве недостаточно того, что я же плачу деньги? Для меня, уважаемый, это имеет значение. Я должен быть уверен, что вы заслуживаете того, о чем просите. Ну хорошо. В противном случае. Ну хорошо, хорошо. Хорошо, я. Вы спросили кого? Мою жену. А что касается почему? Вас когда-нибудь раздражали какие-то детали человеческого поведения? Бывало. Ну вот, бывают привычки, которые, ну они не очень хорошие, но их можно терпеть, потому что сталкиваешься с ними не так часто. А бывает что-то такое, что ты вынужден терпеть изо дня в день. Как человек ест, пьет, спит, ходит. Смеется! Вы понимаете меня? Да, какая-то ниточка есть. Нет, подождите, а что вас в ней конкретно раздражает? Да все! Все! А что, если просто развестись? Нет! Нет, я не могу. Как? Почему? Дело в том, что она... Она любит меня. А зачем же вы, уважаемый, женились? Ай, по глупости. Thank you.
сахарку? Нет, я черный предпочитаю. Изредка я даю людям яд, о котором никто не знает. Но если я считаю, что они того заслуживают, и, боже вас упаси, денег я не беру. Я многим убийцам помог. Ну так мне-то дайте скорее. Уже. К тому времени, как вскипела вода, я решил, что вы вполне заслуживаете небольшой дозы. То есть как? Ну, как я уже говорил, вы получили яд бесплатно. И прошу вас, не разыгрывайте этот спектакль. Яд действует спустя 2 часа. Тем более, все не так страшно. Есть противоядие, но оно стоит денег. Я убью тебя! Вы можете решить, что никакого яда нет, что я вас обманул. Результат через 2 часа. Немного, чтобы замолить все свои грехи. Не правда ли? Но сколько стоит это противоядие? Цена вполне разумная. Содержимое ваших карманов, бумажник. В конце концов, каждый человек имеет право жить. Ну, если мое хобби предотвращать убийство, почему бы мне на нем немного не заработать? Как вы считаете? Да, еще одна маленькая деталь. Вы должны написать письмо, в котором изложите свои намерения, надеюсь, бывшие. Но затем вам придется подождать, пока я отправлю его в полицию, своему другу. Это послужит гарантией безопасности как вашей жены, так и моей лично. Как только я опущу письмо в ящик, вы получите противоядие. Да, еще одна просьба, которую вы можете не выполнять. Рассказывайте всем о моем замечательном яде. Кто знает, если у вас есть враги, жизнь, которую вы спасете, может оказаться вашей собственной. Пишем. Ha ha ha!